Проблема с водой у жителей Чердаклинского района была много лет. Жители поселка Октябрьский страдают от низкого качества жизненно необходимого продукта. Здоровье ульяновцев уже долгое время находится в подвешенном состоянии. С началом дачного сезона забор воды увеличивается, что сказывается на ее количестве. Бывало и такое, что население поселка оставалось оторванным от того, без чего невозможно существование. Вода подается, но качество воды не соответствует тем ожиданиям, которые хотят население. Потому что вода содержит очень большое количество железа, и пить ее не очень приятно, как сказать. Для устранения всех этих проблем было принято решение построить объекты водоснабжения в Чердаклинском районе и провести магистраль до поселка. Работы ведутся по проекту «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Основная цель проекта – обеспечить 98% населения Ульяновской области качественной питьевой водой из централизованных источников. Общий объем финансирования, направленный на реализацию задуманного, составил более 400 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Мы знаем, что вода на левом берегу города Ульяновска, она одна из самых чистых по Волжье. И реализация данного проекта позволит довести вот именно тот эталон воды до Чердаклинского района. То есть мы приступили к реализации проекта в 2020 году. В 2020 году это была реконструкция трех скважин. На фильтровальной станции Ульяновского водоканала активно ведется монтаж трубопроводов и развязки четырех новых высокопроизводительных и энергоэффективных насосов. Их проложат отдельной веткой, по которой питьевая вода будет поступать в необходимом количестве в дома Чердаклинского района. За станцией уже проложено несколько километров труб. В будущем за счет установленных современных агрегатов экономия электроэнергии в домах сможет значительно увеличиться. Завершить этот этап работы по плану должны в июле 2022 года. Я, честно говоря, не думаю, что будет какие-то сложности в обслуживании этого водопровода, потому что самые современные технологии, самые современные оборудования и самые современные материалы используются. В ближайшее время планируют завершить разработку проектной документации на третий, последний этап – строительство водовода от поселка Октябрьский до поселков Мирный и Чердаклы. Таким образом, качественную питьевую воду получат 20 тысяч жителей Ульяновской области. Алина Тихонова, Даниил Сурков, УлПравда ТВ.